сказать. Слушай, для начала, ведь ты активный пользователь интернета, почему? Ну, потому что мы идем в ногу со временем, и интернет это сейчас, мне кажется, номер один, он давно схавал музыкальные магазины, ну, я на своем сленге говорю, все скачивается в интернете, все смотрят в интернете, все передачи, все в интернете, вся реклама в интернете. Ага. И как бы я современный человек и всегда в интернете на связи. Слушай, а почему вы тогда не исполняете песни про интернет, про контент и все такое? Ну, если на нас выйдет официально какой-нибудь, вот, как ты сказал, контентом насчет интернета, мы, конечно, сделаем песню. Ага. Любой каприз за ваши деньги. А, скажи, а как ты относишься к людям, которые в мире все время добавляют тебе? Сколько у тебя сейчас друзей там? Ну, у меня сейчас где-то 306 тысяч друзей. Ну, я нормально отношусь к этим людям. Да? Да. Я только за. Я всегда за, когда даже мои фотографии копируют и создают мои фейки. Они сами не понимают, а рекламируют меня. Молодцы. Отлично. А что у вас в самое ближайшее время нового? Ну, что вы говорите, мы выпустим клип, но его уже сколько нету, все ждут. Нет, ну вот, у нас сейчас просто гастроли по городам. А четвертый клип мы будем снимать в этом месяце, в конце. Как разберемся с концертами, сразу будем снимать клип. Ну, в Алма-Ате, как всегда. Ага, понятно. Теперь скажи, пожалуйста, как ты относишься к новым технологиям, в частности, 3G? Ну, я отлично, потому что всегда мы где-то в дороге. И как бы интернет нужен всегда, и как бы заходишь. 3G это, ну, по крайней мере, сейчас это номер один, я так считаю. А скажи, как ты расслабляешься? Вот мы знаем, из группы Домино, ребята, они нанимают специально массажисток, а ты? Массажистку нанимают они, да-да. Если назвать это массажисткой, мы тоже по-разному отдыхаем, тоже нанимаем массажисток. Ага. В смысле, кто как? А как же, среди вас, насколько известно, есть девушка? У кого? Нет, у меня нет девушек. Не верю, не девушки, а девушки нет у меня. А, все понятно. Я свободный парень, так что жду предложений. Давно хочу найти... Я бисексуал, да? Нет, вторую свою половинку, и что-то нету, не знаю. Как ты думаешь, почему ее нет? Ну, наверное, они не выдерживают то, что я где-то всегда в разъездах. Вот из-за этого, наверное. Ага, понятно, все понятно, отлично. Хорошо, скажи теперь парочку... Мы знаем, у вас есть новые треки, парочку треков оттуда можешь зачитать? Или спеть даже? Эксклюзивно для тех, кто прочитать. Сейчас. Ну, давай сейчас. С новой песней, на которую клип будет. Давай, типа. Не боялся отличаться от других никогда. Характер такой, держу марку всегда. Взлеты, падения, падения, взлеты. Моя жизнь полна опасных поворотов. Типа такого. Отлично, все хорошо. Это эксклюзивно, кстати, на самом деле. Еще никто не слышал этого. Отлично, получается, наши дети услышали.